Представитель либеральной партии Он Чебану смещен с поста руководителя, директора агентства «Молтильва». Решение было принято сегодня на заседании Временного правительства. Как заявил исполняющий обязанности премьер-министра Юрий Лянка, решение является исключительно политическим, как и, собственно, назначение Иона Чебану на данную должность. Двое членов кабинета министров высказались против отставки либерала. Мотивът естествено стиг политика, сте персона, която им даде публика, че аж как му а фост номитано, ма експресии уни воинци политича, тот на част контекст се пропуне че и либерали думнялуи. Дакле, домнул министр инсиста се пунем на вод, върфумо се вотам, чин есте пенту и либерали домнул Чебану дин ачаста позиция, върф се вотат, чин есте пенту. Йо ва мулцумеск, чин есте мпотива, до вотуи. Ион Чебану был назначен директором агентства «Молтильва» 27 февраля нынешнего года, заняв место Иона Лупу, подавшего в отставку после трагедии, произошедшей на охоте в заповеднике Педуря Домняска. С 2009 по 2013 годы он руководил Министерством молодежи и спорта в рамках кабинета министра Филата. Будучи главой Кабмина, Владимир Филат высказался против назначения Иона Чебану на пост директора «Молтильвы». Однако после политических переговоров бывший премьер-министр дал добро на данную кадровую перестановку. Комментируя отставку коллеги по партии, Михай Гимпу заявил, что инициируя перестановки в правительстве, либерал-демократы тем самым готовятся к досрочным выборам. Am auzit la o întâlnire ex-prim-ministru Vlad Filat, președinte PDM, a spus... Când a fost întrebat, pentru ce v-a trebuit modificată această lege? Ca să eliberăm ministrii PL-ului. Și vreau să vă spun că aceasta este dovadă în plus că mergem spre legea anticipată. Că atunci care sens să eliberez ministrii dacă acum ai desemnat deja prin decret candidatura la prim-ministru? Și în două săptămâni, după lege 15 zile, prim-ministru desemnat trebuie să vină cu programul și cu lista membrilor guvernului. Pentru să-i elibereze. Înseamnă că clar aceasta este o dovadă pentru legea anticipată. Комментируя свою отставку, Ион Чебану высказал иное мнение. Он считает, что его увольнение из должности есть не что иное, как политическая расправа над партией либералов.